нас одной женщиной бензином облили машину, хотели поджечь. У моего сына выбили стекло, вот это самое зеркало в машине. Ну, этот Рябцев, так называемый начальник. Борис у нас, который житель постоянно, он живет, он фермер. Ему 4 колеса порезали и поставили на машину еще бутылку с зажигательной смесью. Ну, кто это мог сделать с бензином? Никакой реакции. Ну, на заднем стекле, как говорится, тоже наклейка вот против свалки. Но, так скажем, я здесь живу одна, дети приезжают на выходные. Я поехала в Воскресенск за продуктами, мне прокололи шину, и культурненько так в багажничек, чтобы я сразу этого не увидела, была положена записочка, что не снимешь наклейку, в следующий раз без машины останешься. Получается, начинаем проезжать, один выскочил, вот получается, вот это охранник, и вот так кулаком, что мы мимо проехали. Ну, мы, конечно, не остановились, ну, две женщины. Выездные пути не сделали. И они стали использовать наши дороги. И вот этими по КамАЗами полям. Они раздолбали, там это все, вы видели, да. Там, какая дорога. Ну да, по посевам, как они катались? Они ездили по полям, по посевам, им плевать на это все. Не могут даже к стройке довести эту дорогу. Они попали в ключи, в болото. Вот все лето они в это место свозят огромными самосвалами, этими карьерными грузовиками. Сами ДПСники даже говорят, они не имеют права эти машины гонять по нашим дорогам. 20-тонные вот эти КамАЗы и все сюда пустили вот здесь, по этому асфальту и вот здесь, вот мимо нашей деревни. Вот вынуждены были вот это все перерыть. Так еще тут и прокуратура сразу проснулась, приехали тут. На каком основании, по каким законам? То сидят за закрытыми дверями, за вот этими бандитами, когда они нам машины бьют, избивают людей, бензином обливают. Прокуратуры нету, прокуратура у нас сидит там, ей не касается ничего. А как вырыли, значит, люди здесь перерыли, чтобы спасти хоть последнее что-то, свою дорогу, да, вымаленную, бегали 10 лет. Они тут как тут, и прокурор, и Чехов тут, и представители тут все объявились. Они для нас хоть что-то сделали за эти годы? Ничего не сделали. Только могут поганить. У нас место такое, Свистягино здесь, воздух такой. Здесь роза ветров, здесь чистейший воздух. Они сюда нам мусоросжигательный завод, они сюда нам эти КамАЗы, вот этот весь беспредел сюда затаскивают. Бьют нас, издеваются, как хотят. Милиция стоит, ГАИ стоят, все смотрят. Все говорят, проплачено. Вот их не представитель, менеджер, он так и говорит открытым текстом. Воробьеву заплатили, Чехову заплатили, полиции с гаишниками заплатили, а на вас нам плевать. Они засыпают ключи, возят карьерными машинами песок, засыпают ключи. Они деревню без воды оставят. То есть это люди, это не строители. Почему к нам Чехов приехал? Он испугался с жителями разговаривать. К нему подошли жители, он бежал, позорно бежал. А кто это Чехов? Глава администрации. А, это глава вашей администрации. Воробьев отписки дает. На нашу жалобу отписку дал. Отправлено в комитет экологии. Наталья Сергеевна Буркунова, вице-губернатор. Давайте договоримся. Губернатор выходит, какой у нас будет регламент? Чтобы спокойно, не так, как губернатор шел на вручение. Нет, какой у нас? Мы хотим задать вопрос, услышать ответы. Мы задавали ему, он не отвечал. Поля все изъезжены, посевы изъезжены. Это мы с вас начнем. Вы будете первым задать вопрос, хорошо? Ну, давайте. А губернатор будет отвечать. Не, поговорить хотим. Что вы? Мы не успеем поговорить. Нам обещали, что мы будем вопросы задавать. А вы задавайте. Ну, как лучше задавать, когда вы еще... Не, давайте остановим. Нормально, движение. Пойдем остановимся. Все, пошли по ходу движения. Пошли. Вот у нас Вот она власть наша. Вот мы говорим, дайте поговорить, вы нам не даете даже поговорить с губернатором. Остановите, что за неуважение к людям?